Летний музыкально-туристический сезон стартовал. В программе немало новинок. Около городской ратуши разместилась библиотека под открытым небом. Выставка книг интересна и детям, и взрослым. Представлена литература современных белорусских писателей, книги о Минске. Детям предлагают поучаствовать в викторинах. В подарок – сладкий приз и журналы. Касечка. Мне все нравятся. А последнюю, которую ты читал, Сави? Последнюю. Про беспокойного соседа. У нас 18 библиотек в Минске, и я вам скажу, что дети читают книги. У нас более чем 118 тысяч читателей за прошлый год. У нас прекрасные фонды в библиотеках, мы их рекламируем, к нам приходят читатели, всегда найдут, что почитать. Также у нас в библиотеках очень много мероприятий проходит, которые помогают найти свою книгу, найти по интересу. Кроме всего прочего, различные мастер-классы, встречи с писателями. Поэтому даже если кто-то не хотел читать, он где-то вынужден начать читать. Ну, сам еще не читает, но перед сном, да, у нас есть книжки, которые я ему читаю пока что. На самом деле очень сложно в современном мире прививать любовь к чтению, потому что все-таки гаджеты, телефоны, телевизоры занимают внимание детей намного больше, поэтому удерживать внимание на книжке достаточно сложно, но надо хотя бы попробовать. Библиотека ждет юных читателей около ратуши каждую субботу летнего сезона.